Зачастую я своим ученикам, особенно деткам, рекомендую поплавать как разведчик, когда я говорю про кроль. Мальчикам и девочкам очень нравится такая игра, и они плывут тихо. А плывя тихо, начинают расслаблять шею. А ведь это очень классная штука, потому что как только вы расслабляете шею, вы получаете две точки опоры. Первая точка опоры – ваше лицо, вторая точка опоры – ваша грудь. И в этой ситуации рукам, я уже говорил про это, рукам работать намного легче, потому что вы опираетесь на две точки опоры. Более того, ноги не дают осадку на дно, и ногам тоже легче работать. То же самое я стал рекомендовать моим взрослым ученикам. Поплавай тихо, поплавай без всплесков, бесшумно. Человек расслабляется, человек плывет не так быстро, но он плывет более осознанно. Движения и руками, и ногами начинают получаться более гармоничными.